Дорогие друзья, хочу вам показать, как выглядит наш пляж в воскресенье. Это сейчас у нас 5 вечера. Снимать много не обещаю, потому что мы идем сюда с друзьями. Я просто вырвалась вперед, а они идут сзади. Сейчас покажу вам. У нас ничем, в общем-то, не хуже, чем в Коблево и в Рыбаковке. Очень много людей. Очень много машин. Попривозили даже эти мотоциклы водные. Катают людей. Ника рвется вперед. Собачка лапки отпекла. Надо быстрее воду. Боже, вода какая-то мутная сегодня. Иди, иди. Вот так, вот так. Все, пошли дальше, нет? Еще полежать, да, вот так. Я вся в воде, камера, надеюсь, нет. Все, я думаю, объяснять вам больше ничего не нужно. Креветок и рыбу здесь тоже носят. Обрызгала. Самое классное место на косе. Узкая его сторона. Коне-курсо мы не заметили. Никуль, идем. На эту косу тоже, на самый край, заезжают машины. Никуля, ко мне иди. Рядом. Рядом. Машина едет рядом. Где? Стой. Стой, жди. Мы любим именно вот здесь вот западать. Тут так уютненько. Вон еще питбуль прохлаждается. Пошли. Вентилятор малый, оттекает. Водолаз. Собака.